пересматриваю место себе. Тут такое место лучше. Под мостом. Сверху. Мост проходит. Вниз ветер дует. Но, в принципе, сегодня не так холодно. Нормально. Сейчас попробую все-таки туда дойти. Если там ничего не получится, то, наверное, вот здесь вот переночую, скорее всего, здесь как бы меньше ветра. Надо разобраться, в сторону, в какую нам ехать, потому что тут трассы разделяются. Нам надо в сторону Любляны, через нее на Италию. Вот. Но пока до этого далеко. Сейчас будем искать. Пока все. В принципе, погода нормальная. И, в общем-то, не голоден. Вода с собой есть, все нормально. Тем более мешок с собой есть. Поэтому, если что, я думаю, здесь без проблем можно будет заночевать. Но я надеюсь, конечно, отсюда все-таки, что получится сделать ноги, что хоть одна машина останавливается. Я не знаю почему, но какие-то непонятные здесь шоферы. Возможно, потому что ночь уже, и никто не хочет, боится. Вот здесь, кстати, машина стоит какая-то. Наверное, тоже отдыхает. Сейчас посмотрим, что она делает. Спит.